Уже почти 5 лет возле дома быта на улице проводится акция по раздельному сбору мусора. В выходной день каждый может принести сюда пластик, бумагу, стекло, металл. Все, что можно в дальнейшем переработать вторично. Елизавета узнала об акции в Сергиевом Посаде через социальные сети и признается, что давно загорелась этой идеей. У нас давно была такая идея, что мусор хорошо бы рассортировать. И вот ездили в разные города Европы, там у них, в принципе, это все организовано на уровне городском, то есть есть отдельные эти пакеты, то есть мусоросборники для пластика, для стекла. В общем, идея хорошая, потому что почему бы нет, мусора слишком много. Макулатура должна быть плотно уложена в картонную коробку или перевязана веревкой. Стеклотара, пластик, жестяные банки помыты и высушены. Волонтеры без труда помогут рассортировать вторсырье. Например, каждый пластик имеет свою специфику переработки. Ну, в данный момент вот пластик рассортирован, потому что есть разные виды, их нужно между собой тоже разделить. А помимо того, на некоторых пластиках есть вот наклеечки всякие, их нужно обрезать тоже, чтобы, потому что иначе не примут. Весь мусор принимается бесплатно. Вторсырье уже, это уже не мусор. Его забирает сборщик вторсырья, который есть у нас в городе. У нее на базе это уже все отсортировывается, прессуется и продается уже тем, кто занимается переработкой этого вторсырья. Акция проходит ежемесячно в Сергиевом Посаде и Ходьково каждую вторую субботу.